Старейшина чуварских дубрав, дуб черешчатый из Маргаушского района, превратился в монумент самому себе. Дерево получило статус памятника живой природы. Так решила специальная сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». Поначалу дуб внесли в реестр старовозрастных деревьев. Потом обследовали и признали – дуб действительно уникальный. Дуб Ильинского лесничества, что в Маргаушском районе, теперь при статусе. На табличке отличительная надпись «Старейшина чувашских дубрав». По данным комиссии, ему 362 года. Меньше, чем мы привыкли думать, зато дерево – современник царя Алексея Романова. К тому же дуб – самый крупный в Чувашии. За многовековую историю жизни в него трижды ударяла молния. Он сдал в размерах, но по-прежнему плодоносит. Специальная комиссия Центра древесных экспертиз из Москвы после детального обследования признала дерево памятником живой природы. Деревья, прежде всего, должно иметь большой возраст, и быть великовозрастом, иметь внешний эффектный вид. Дерево может быть связано с преданиями, легендами, с какими-то историческими событиями и быть, в общем-то, украшением и достоянием того родного края, где оно произрастает. Памятники живой природы, подобные чувашскому старейшине, ищут по всей России с 2010 года. Старовозрастные деревья – природное наследие страны и всего мира. Его пытаются сохранить и передать последующим поколениям. Поэтому такие деревья зачисляют в ранг особо охраняемых природных объектов. В этом суть специальной всероссийской программы. Мы приехали сюда не просто открыть памятник. Памятник – это часть нашего природного наследия, нашей не только республики, да, нашей страны и нашей планеты в целом. И вот эта программа является образовательной программой, которая позволит, вернее, уже позволяет и позволит решить многие проблемы по сохранению природного наследия и развитию экологического образования. Памятник живой природы в Маргаушском районе теперь под охраной государства. Чтобы продлить дереву жизнь, видимо, понадобится курс оздоровления. Снятие пробы показало, что 40-50 сантиметров здоровая древесина, но дальше идет гниль. Мы думаем, дерево еще много лет будет нас радовать. Мы думаем, еще лет столько, лет 300-400 будет стоять. Вместе с рекомендациями по продлению долголетия Чувашии передан сертификат, подтверждающий особый статус дуба, и переходящий кубок – символ всероссийской эстафеты «Деревья-памятники живой природы». В следующем году Чувашия передаст его Мариэл, но оставит у себя памятный знак – свидетельство того, что республика принимала у себя эстафету. Ольга Григорьева, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.